мост через реку Вязьму. Заброшенный или недостроенный. Вот поезд идет на Беларусь. Самое главное. Речка Вязьма. Вода травлена чем-то. Как, я даже не знаю. Как молоко топленое. Просто наглухо. И вонь. Вот не передать, как словами. И потом это все впадает в Днепр, где-то километров через 50, через 70 от этого места.